Очертания оленей и якутских орнаментов виднеются на стене по улице Советская в районе магазина «Культ спорттовары». Художники создают муралы. Ранее стену очистили, сняли старые слои краски и штукатурки. Мурал дополнят другими животными и людьми тематикой в честь столетия Якутской ССР. Художники намерены расписать стену по максимуму до наступления холодов. Правда, ежедневной работе мешают дожди и нехватка рук. Всех неравнодушных команда художников и активистов приглашает помочь украсить Мирный. Волонтеров-художников ждут ежедневно с 7 вечера и в выходные дни с обеда. Кисточки и краски выдадут на месте.